Всем привет! Сегодня мы построим робота-акробата. Он смешно прыгает вперед и может кувыркаться. Если робот-акробат вам понравился, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно напишите в комментариях, получился ли у вас такой робот. Еще он умеет залазить на небольшие преграды. Время туториала. Строим платформу 5×5 блоков. Ставим кресло, чтобы все механизмы к нему привязывались. Высота передних ног 4 блока. На задних ногах сервоприводы ставятся темной стороной внутрь. На сервоприводах, у которых темная сторона находится слева, ставим обратный поворот. На верхних сервоприводах, которые стоят слева, нужно включить обратный поворот. Сохраняем и проводим тест. Если все нормально работает, продолжаем. Приподнимаем платформу и устанавливаем кресло пилота. Старое кресло нам не нужно. С помощью гаечного ключа выделяем сервоприводы и привязываем их на клавиши EQ. Для лучшей подвижности переделываем платформу. Сохраняем и проверяем. Раскрашиваем так, как вам нравится. Под передние ноги добавляем дополнительные блоки. Надеюсь, вам понравилась эта постройка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!